общем, мы решили покататься на этом поезде. Взяли билетик. Вот в один конец билетик стоит вот 2,25. Неважно, куда ты едешь, я так понял, что в один конец. Просто в любую, даже если одна остановка или много, то все равно 2,25. Вот этот код, это какой-то внутренний код. Я пытался его сканировать, он не сканируется телефоном. Ну, кто хочет, может на паузу поставить и попробовать сосканировать. Но я не думаю, что это сработает. Вот нужно валидировать вот этот вот билет, там вставляется специальную штучку, такой принтер, ты купил билет, и вот надо его как бы активизировать, так сказать. Ну и будем ждать поезд и поедем, наверное, до конца, а потом обратно до Хабокина доедем и обратно. Вот так мы покатаемся на этом поезде. Хочу обратить внимание, как близко платформа подходит. Вернее, как близко двери подходят к платформе. Очень удобно, даже на коляске можно заехать с лицам с ограниченными возможностями. Вот это действительно. Я сейчас только заметил. Отлично сделано, на самом деле. Все, да, сейчас поедем. Сейчас покатаемся. Как он называется? Ну, New Jersey Transit. Видишь, он тоже двойной. Хочешь, можно во второй вагон пойти, вон туда. Я люблю середины. Ну, вот сюда идем. Ой, что-то дверь как-то криво открыл. А, нет, нормально. Идем, идем вон туда. Пойдем. Опа, стой, держись. Держись вот за эту ручку. Поехали. Там сидеть, по-моему, особо негде. Но мы сейчас посмотрим. О, какой замечательный здесь вид. Так красиво забор стоит. Может, что-нибудь получше будет, конечно. Чего-чего? Последний, в вагоне есть. Ну, в последний, мы с втором. А, там есть где сесть? Да. А, ну сейчас тогда пойдем. Сейчас тогда пойдем сядем. Ой, я вот здесь проходил. Где? Ну, где я тут пешком ходил 2 часа назад. Ты это помнишь? Ну да, я просто здесь проходил. Какая-то темная станция. Нет, не темная станция, это окно затемненное просто. Ой, с двух сторон двери открылись. И там, смотри. The Exchange Place. А, ну это одна из самых главных станций. Поехали дальше. Дальше едем. Опа. О, так быстрее, чем пешком можно Jersey City посмотреть. Какая вымощенная мостовая. Вон какой длинный трамвай у нас двойной, смотри. Видишь, его видно там? Да. У нас 3 вагона. Ну, здесь поворот такой, видишь, извивается. Прикольный поезд. Мне нравится. Now entering Harborside Financial Center. Exit at the station for connections to New York Ferry. Как эта станция называется? А, не знаю, что-то там Financial Center, что-то сказали. Там карта есть, можно ее потом посмотреть. Над дверью висят карты с двух сторон, кстати.
Ой, здание какое-то прикольное с желтизной. О, опять поворачивай куда-то. Папа. Да. Это там такие трамваи, они быстрые, как метро. Ну да, они на самом деле не совсем трамваи, они называются по-английски light rail. Ты видел же, да? Да. Вот. Пошли. А вот еще один. Да. То есть это вообще-то на русский язык переводится легкое метро, light rail, насколько я понимаю. Но выглядит оно реально как трамвай, просто немножко длинный. Трамвай такой, скоростной трамвай. Такие повороты туда-сюда. Прикольно. А я, кажется, здесь когда-то проезжал на машине один раз. Что-то новое строят, стройка какая-то. Парковка, стройка. Чем мы остановились возле стены вдруг? Чего мы там ждем? А, может быть, там светофор какой-то. Watch your step. Про ступеньки, ну да. Стоп, про ступеньки. Ну там про ступеньки, вон watch your step написано, видишь? Предупреждают. Там Манхэттен видно, откуда было только что. По-моему, там опять светофор или какой-то там. Вон еще один поезд едет навстречу. Ну да, выглядит реально как трамвай. Вот станция Ньюпорт называется. Все, ну, Ньюпорт написано. Ну так название станции. Что, мы до конца поедем, до Хобокина, или мы обратно уже поедем? Как ты хочешь? Еще хочешь дальше ехать? Еще хочу. Ну хорошо, поедем дальше. О, next stop написано, Хобокин терминал. Может быть, даже это уже конечная остановка, не знаю. Ну что, сейчас поедем? Поехали. А мы что-то на эстакаду какую-то, кажется, заехали. И все выше поднимаемся. О, здесь, наверное, мы где-то над въездом в этот Халланд-туннель проедем. Мне так кажется. О, вот въезд в Халланд-туннель. Это значит, вон там Манхэттен. Вот здесь вот, видишь, вон машины заезжают. Это въезд в Халланд-таун. А вот выезд из Халланд-тауна, вот он. Вот он выезд. Вот отсюда мы всегда выезжали, когда в Нью-Джерси ездили. Ой, я никогда не видел это место с такого ракурса. Прикольно. И пробка, как всегда. О,
Вот поэтому мы по эстакаде едем. Вот где-то здесь уже будет не Джерси-Сити, а Хабокер город. Тут уже где-то будет не Джерси-Сити. А вон дальше, по-моему, мы поворачиваем. О. Вот, ради вот этого поворота мы ждали и вот этот поезд, а не тот предыдущий. Предыдущий туда бы пошел, а мы хотели вот как раз сюда попасть, потому что здесь, ну, здесь интереснее, по-моему. О, поезд Нью-Джерси. А вон, да, Нью-Джерси Транзит, смотри. Это поезд? Да, да, да. А вон даже дизельный, смотри, дизельный тепловоз вон едет, Нью-Джерси Транзит. Да. Не электрический, не электровоз, а именно тепловоз вон там поехал. У них их тоже хватает. Не так много ездит, но все равно есть. Вон еще там я видел один стоял. А вот немножко мусорки. А не особо. Так. Вот здесь интереснее, тут поезда. Да. Тут их много, это еще одна большая конечная остановка New Jersey Transit. Ой, тут еще и вода, оказывается, есть. Да, даже тут поезда New Jersey Transit есть. И такие трамваи ездят. Ну, здесь все вообще соединяется. Сюда и эти приезжают, и те, и автобусы, и потом еще паромы в Манхэттен где-то очень рядом. А там, а здесь под землей еще ПАТ есть поезд. Это другой поезд, который в Манхэттен тоже идет. О, скорее всего, это конечная остановка, я не знаю. А, да. Я не знаю, это конечная остановка, или может поезд дальше куда-то идет. Уже несколько путей. Там, смотри, с той стороны Хорошо, я на карту быстренько посмотрю, вообще понять, что здесь к чему. Тоннель Эвеню, Хабокен. Да, это конечная. Сейчас поезд обратно пойдет. А, ну в целом нам и надо обратно. Где этот? Вот этот, Марин Бульвард, откуда мы приехали. Ну и ладно, дальше нам особо и не надо. Все, это конечное, сейчас поезд пойдет обратно. Вот так вот. Прикольно. Так что это все-таки была конечная остановка. Сейчас мы поедем назад. Здесь так красиво все. Видно хорошо отсюда. Поехали! Thank you.
Там вон отражение нашего поезда видно, вон в стеклах, видел? Это не остановка еще. Да. Вот остановка. Ну все, в общем, заканчиваем видос. Thank you.